Книга «Открытым оком». Тема «Христос есть Бог и истинный человек». Том 2, вопрос 645. Евангелие от Матфея, 27 глава, 46 стих. «А около 9 часа возопил Иисус громким голосом: „Или, Или, лама савахвани“, то есть: „Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?“» Как толкуют это место святые отцы? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин: «Христос взял на себя грехи всего мира и умирал как самый великий грешник». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Это вопль богооставленности. Мы можем об этом только рассуждать, но ни понять, ни объяснить никто не сможет. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 31 стих. «Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». Послание евреям, 5 глава, 7 стих. «Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоволение».